Друзья, всем большой привет! Меня зовут Сергей, и как вы знаете, это мой канал Assistance TV. Часто меня спрашивают, что такое партнерская программа, как можно заработать на YouTube, правда и это или нет, и, в общем-то, как работает вся эта система. В этом видео я вам расскажу про свою партнерку, каким образом я ее нашел, сколько лет я с ней вместе уже, и все подробности об этом. Итак, пожалуй, начнем с первого. Первое. Что такое партнерская программа? Партнерская программа – это либо медиасеть, как ее еще называют. Это такая компания, которая берет ваш канал под свою опеку, ваш канал на YouTube, размещает на этом канале рекламу, либо берет уже готовую рекламу с Google, и вы с ней сотрудничаете, и она вам делает выплату по окончанию отчетного периода. То есть, смотря сколько было рекламы, смотря сколько кликов и тому прочее. Существует много разных партнерских программ. У всех свои требования для подключения, сколько подписчиков должно быть у канала, сколько просмотров, какой рейтинг должен быть канала. Вот я подключен к партнерской программе Air. Эта партнерка находится в Киеве, работает она, несмотря на все обстоятельства, стабильно, все хорошо, выплата идет ежемесячно, как и положено. В общем, нареканий к ней нету. Чтобы подключиться к этой партнерке, вы должны иметь на канале 100 подписчиков и 3000 просмотров. Если вы соответствуете этому требованию, вас примут в партнерку. Но, конечно же, у вас видео должны быть авторские, то есть не краденные видео, ваш лично снятый на видеокамеру. Вот. Канал должен иметь более-менее опрятный вид, и все должно быть хорошо. Ну и, конечно, обязательно у канала не должно быть страйков и должна быть включена монетизация в видеороликах. Но, конечно же, партнерская программа за свои услуги берет некую часть заработанных денег. Эта часть составляет на данный момент 30%. Если у вас просмотры увеличиваются на канале, то эта часть оговаривается. Об этом уже подробнее, кому будет интересно, обращайтесь в Skype, я вам расскажу. Я хотел бы вам добавить, что абсолютно все каналы, известные каналы, большие каналы с большим количеством подписчиков, просмотров, все популярные блогеры, они имеют отношение, они подключены к какой-либо партнерской программе. Сейчас объясню почему. Если вы просто какой-то канал маленький, вы можете работать напрямую с Google и не платить процент партнерки. Но если вы какой-то более развивающийся канал, либо вы хотите серьезно развиваться, вам потребуется партнерка. Так как у всех каналов, абсолютно у всех, возникнут какие-то трудности. Трудности с видео, трудности с YouTube, с какими-то правилами YouTube, еще с чем-то. И никто не знает, где найти ответ на это. Вы можете просто не найти, вам никто не поможет. Напрямую не так уж и просто, я вам скажу, связаться с сотрудниками компании Google, либо с YouTube, чтобы вам кто-то как-то помог решить тот или иной спорный вопрос. Вы захотите, чтобы вам сделали аудит, по вашему каналу, чтобы вам подсказали что-то. Часто каждый день есть разные вопросы. Даже если зайти просто на канал, вы спросите, как сделать то, как то, а как лучше так, а какая разница между тем и тем, что такое спам, как его не допустить на канале и прочее. На все эти ваши вопросы вам партнерка даст ответ. Я хочу вам добавить от себя, что я сотрудничаю с компанией Air уже 1,5 года. Изначально контракт заключается на 1 год. Вот, я его продлил, этот контракт, так как мне все нравится, все устраивает. Еще раз хочу сказать, выплаты своевременно, сумма выплат такая же, как есть. То есть процент вычитается строго, все хорошо. В общем, все нюансы меня устраивают, проблем не было. Также очень хорошо, что эта компания проводит аудиты, проводит видеоконференции, каждую неделю они приглашают людей, либо сами отвечают на ваши вопросы, какие вы можете задать непосредственно в хэнгауте на странице просмотра, когда идет прямой эфир, либо приглашают людей, режиссеров, сценаристов, где они дают толковые, опытные советы и рассказывают, как правильно снимать свои видеоролики. Также в этой компании есть хорошая такая функция, как реферальная ссылка. Реферальная ссылка, либо реферальная программа, как она называется, это когда вы можете позвать клиента
через эту ссылку и будете получать от его дохода небольшой процент. Сейчас я вам расскажу, как это все происходит. Есть ваш YouTube канал, и вы хотите позвать друга своего. Вы даете этому другу ссылку, он подключается по этой ссылке к Эйру, и у вас в личном кабинете на сайте Эйр появляется вкладка «Реферальная программа», и там вы видите этот канал. Вы будете получать этот канал изначально, какой подключился, отдает 30% своего дохода компании Эйр за все предоставляемые услуги. Из этих 30% вы будете получать 10%. То есть, если человек заработал 100 долларов, компания получила 30, вы зарабатываете 3 доллара. Чем больше таких людей, тем больше, естественно, вы зарабатываете. Хочу сказать, что это полезная функция, и этот человек, которого вы подключили, не страдает, он получает свою сумму, он получает все полностью, платит компания со своего дохода. То есть человек, который подключается, абсолютно ничего не теряет. Плюс ко всему, когда вы подключаетесь по чьей-то реферальной ссылке, вы можете запросить потом свою реферальную ссылку и по своей реферальной ссылке приглашать тоже рефералов и иметь с этого дополнительный доход. Вот, еще раз скажу, что канал, какой вы подключаете, абсолютно не страдает, его доход остается прежний, вот, платит компания. Если вам это интересно, если вы хотите подключить свой канал, пожалуйста, подключайтесь по моей реферальной ссылке, она будет в описании под этим видео. Можно также на моем канале подписаться. Вот есть на главном баннере у меня «Получить партнерку». Вы сюда нажимаете «Получить партнерку» и, ничего не меняя, не обновляя страницу, заполняете данные, какие здесь есть, имя, фамилия, email и все прочее. Данные нужно заполнять настоящие, так как по этим данным будет у вас, к вам будут приходить выплаты, с вами будут общаться. В этом нет ничего строгого, ничего сверхсекретного, там не нужны данные паспорта, либо что-то еще такое. Вот. Ну, если вы серьезно хотите это делать, все, то вам нужно вводить реальное имя и фамилию. Сейчас вы спросите у меня, зачем я снимаю это видео. Я хочу сказать, что мой канал изначально обо всем, мой канал для всей семьи, мой канал, как мы видим, про готовку, подделки, сад и огород, про двор, про ремонт, автомототехники, обо всем. Изначально у меня даже был такой плейлист, и он есть сейчас, как «Заработок на YouTube». Я там рассказал и рассказывал, как заработать, как создать аккаунт, как сделать канал и все прочее. Шапку, фон, видео и так далее. Вот сейчас прошло уже более даже полутора лет, я вам подвожу итоги сотрудничества с этой компанией. Еще раз говорю, что все хорошо, как вы видите, мой канал подрос. За это время, конечно, я с ним усердно работал, можно сказать, каждый день с каналом. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Но в первую очередь нужно оставаться полезным, то есть полезным каналом, как я стараюсь быть, снимать интересное видео, не всякий какой-то бред с приколами сумасшедший, простите за выражение, а какие-то развивающие интересные видеоролики, чтобы они помогали людям, детям, родителям во всем. Как вы видите, как вы знаете, мы уже пошли дальше. У нас есть еще два канала, вот они в наших рекомендуемых каналах. Это канал Creative Club и канал Егоза. Тоже заходите на них, подписывайтесь, просматривайте, если вам там будет, конечно же, интересно. Мой скайп Assistance TV, мои контактные данные ВКонтакте, мои контактные данные в скайпе всегда под каждым видео написаны, в описании канала, везде они есть. Если у вас будут вопросы по поводу реферальной программы, либо по поводу партнерской программы, если вы захотите туда подключиться, я вам рекомендую это сделать, вот, то можете задавать эти вопросы мне в соцсетях, либо в скайпе. Я, в свою очередь, хочу вам сказать, что всем каналам, какие собираются развиваться, я окажу консультацию, я вам подскажу, помогу, что куда нажать, что как сделать правильно, чтобы в дальнейшем ваш канал приносил пользу вам и зрителям. Ну вот и все, что я вам хотел сказать. Если что-то забыл, либо какую-то тему не затронул, спрашивайте у меня. С вами был канал Assistance TV, меня зовут Сергей, всем пока.